сжег Ибрахима, мир ему. Они сказали: «Сожгите его и помогите вашим богам. Если вы будете действовать, мы сказали: огонь стань для Ибрахима прохладой и спасением». Море не потопило Мусу, мир ему. Тогда мы внушили Мусе, Моисею, ударь своим посохом по морю. Оно разверзлось, и каждая часть ее стала подобна огромной горе. Кит не убил Юноса, мир ему. Если бы он не был одним из прославляющих Аллаха, то непременно остался бы в ее чреве до того дня, когда они будут воскрешены. Да будет вам известно, что Аллах является вашим покровителем. Как прекрасен этот покровитель, как прекрасен этот помощник.